Ничего не разглядели? Тогда вернемся назад во времени. Это китайский внедорожник. Пока еще совсем новенький. Но, как вы уже поняли, таковым ему осталось быть недолго. Впереди краш-тест. Пока автомобиль ждет последний в жизни тюнинг. Нет, эти люди не собираются крепить хромированные дуги. У них задача поважнее. Они должны установить внешний спидометр. Как работает эта немного облупившаяся палка-измерялка, расскажем чуть позже. Последние метры, которые машина проделывает своим ходом. Бензобак до краев заполняют водой. Вместо воронки обыкновенная пластиковая бутылка. Ведь не красоты ради все затеивается. Почему вода? Во-первых, от удара может произойти возгорание бензина. Ну а во-вторых, количество вытекшего топлива подлежит измерению. Допускается утечка не более 90 мл в минуту. А вот, кстати, и водитель. Манекен Хьюбрид 2. Это максимально приближенная биомеханическая модель человека. Средний рост, средний вес. Все суставы работают точно так же, как и у любого из нас. Крепче за баранку держись, Хьюбрид. Внутри манекена установлены десятки датчиков, которые фиксируют повреждения. По этим проводам информация попадает в черный ящик, заранее установленный испытателями в багажнике. Теперь ни одно движение, ни один импульс не останутся без внимания чувствительной аппаратуры. Манекены, водитель и пассажир подключены. Теперь самое время провести диагностику системы. Зачем манекену красят губы? Чтобы хорошо смотрелся в замедленном действии? А почему бородка синего цвета? Тоже для красоты? Позвольте, а колени-то зачем красить? Обещали объяснить потом. А сейчас рассказали про внешний спидометр. Все просто. Его длина ровно 1 метр. 2 штыря, 2 кнопки. Штыри сбиты, кнопки отжались. Получаем точную скорость автомобиля. Теперь техника посерьезнее. 3 скоростных камеры устанавливаются с разных сторон, чтобы столкновение можно было разглядеть во всех деталях. Каждая такая камера снимает 1000 кадров в секунду, вместо 25, как у обычной. Это дает возможность замедлить действие в 40 раз. Смотрите, как падает лист бумаги из рук нашего редактора. Чтобы камеры включились синхронно во время удара, подсоединяются выключатели, а точнее включатели. Это пары медных пластин. Когда машина врезается в барьер, контакты замыкаются, и камеры получат сигнал на запись. Скоростные камеры записывают всего 1 секунду видео после включения. На всякий случай камера постоянно сохраняет в буфере еще 100 миллисекунд. Итак, все готово. Машину выкатывают на стартовую позицию. Здесь ее подцепят к лебедке, которая и разгонит машину до нужных 64 км в час. Старт. Время для этого автомобиля теперь остановилось.
Вряд ли какой-нибудь автосервис возьмется за ремонт этой машины. Но испытателей больше интересует, что стало с пассажирами. Помните про краску? Теперь инженеры точно знают, какая часть тела куда врезалась при ударе. Поэтому и красили все разными красками. Вот, например, след от удара коленом. Ну а более точные данные можно получить по горячим следам из черного ящика. Можно вынимать манекены. После такого удара сделать это будет непросто, но против лома нет приема. И заклинившая дверь быстро сдается под натиском грубой силы. Черный пакет на голову. Ты ничего не видел. На самом деле, чтобы случайно не стереть краску. Теперь специалистам остается только навести порядок. Конечные результаты краш-теста станут известны после обработки данных, полученных с манекенов. Ну, а о том, как это делают, вы узнаете в одном из следующих сюжетов передачи.